Дорогие сестры и братья, обращаясь к курдской диаспоре, я принял решение сделать это обращение, потому что очень много фейковых различных новостей, которые говорят, что коронавирус ничем не хуже, чем грипп, и что только погибают люди старшего поколения, как будто это не люди. Болезнь очень серьезная. Она угрожает всему человечеству. Уже около 140 стран заразились коронавирусом. Счет больных уже идет к 150 тысяч. Погибло около 6 тысяч людей. В Курдистане объявлено чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация. Почти жизнь остановилась. И наряду с этим начался почти экономический кризис. Закупайте продукты питания ровно на месяц и два. Избегайте контактов даже с близкими родственниками. Когда выходите на улицу, надевайте перчатки. Носите маски. Лучше носить маски и перчатки, об этом говорят и врачи, чем болеть этой болезнью. Даже она угрожает жизни человека. А те, кто говорят, что коронавирус не страшен, что это различные теории заговора, их нужно живьем закопать с людьми, которые заболели коронавирусом, умерли от коронавируса. Или их посадить в психбольницу. Болезнь очень серьезная. Она угрожает человечеству. Это хуже, чем чума, холера и эбола. Поэтому, обращаясь к курдской диаспоре и тех, кто меня слушает, относитесь к этой болезни предельно серьезно. Я не эпидемиолог и не врач. Учитывая то, что установился определенный авторитет, определенное доверие, у меня в глазах нашей курдской диаспоры, я решил сделать это обращение. Мы молимся Аллаху, чтобы мы избавились от этого зла. Это бактериологическое, биологическое оружие или это болезнь от Аллаха. Но одно, конечно, итог, она угрожает человечеству. Поэтому мы надеемся на самое лучшее, но нужно беречься. Всего вам хорошего.